Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале «Высадули в огороде». Сегодня хочу приготовить очень вкусную такую заготовку. Мне она очень нравится, моей семье тоже нравится. Это томаты с кабачками. Это консервированные томаты с кабачками. То есть, можно сказать, маринованные. И вообще, вы знаете, вот из моей практики я поняла, что в консервации вообще существуют совместимые овощи, да, и несовместимые. Вот в данный момент, ну, очень хорошее сочетание, это кабачка с томатами. Что нам потребуется? Это, конечно, сам кабачок. Я его почистила. Если молодой кабачок, от зерен можно не освобождать. Я потом покажу, как я поступаю с кабачками. Это, конечно, чеснок. Это зонтики укропа. Вот, пожалуй, в эту консервацию я не кладу ни листья смородины, ни листья вишни, ни хрен, ничего не кладу. Здесь только чеснок и специи, зонтики укропа. Это перец горошком, смесь перцев, лавровый лист и душистый перец, совсем немного. Для маринада. Что потребуется для маринада? Всегда сначала, как я поступаю, я ставлю маринад на плиту. На 1,5 литра воды. Но хочу предупредить, что вы всегда можете сделать перерасчет. Это, ну, это простейшая математика, я вам хочу сказать. И у меня всегда много поступает вопросов. Просто я немножко отступление. Вот я сейчас буду давать на 1,5 литра, а поступят вопросы: Юля, а сколько вот вы делаете в 3-литровую, а сколько в литровую банку, а сколько в пол-литровую? Давайте, дорогие мои, договоримся. Перерасчет сделать абсолютно несложно. В данный момент я буду закрывать в 3-литровую банку. Это на 1,5 литра маринада. На 1,5 литра жидкости я беру соль. В данный момент я беру неодированную каменную крупную соль. Ее уходит 2 столовые ложки вот с такой небольшой горочкой. 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахарного песка, тоже с небольшой горочкой. Так. И потом, не сейчас, а перед закатыванием, уйдет 3 столовые ложки 9% уксуса. Кстати, по уксусу хочу сказать, как сделать, перевести уксус 9%, 70%, 9%, то есть вот эти манипуляции с уксусом, вы можете пробить в Яндексе, есть очень хорошая таблица. Запишите ее себе, и у вас вся проблема будет с уксусом, в общем-то, в раз решена. В этой заготовке это 3 столовые ложки 9% уксуса. Ну что ж, пожалуй, воду с солью и сахаром я ставлю на плиту. Итак, приступим к заполнению нашей банки. На дно банки я положу зонтик укропа. Вот лучше всего, конечно, класть вот зонтик укропа. Не резать укроп, а вот так вот положить зонтик укропа. Так, положили. Ну, немножко побольше. Кстати, я всегда люблю, даже если укропа бывает побольше, потому что вкус очень хороший. Так, кладем чеснок. Чеснока мы положим, вернее, я кладу достаточно 3 больших зубчика. Вот так. Я всегда крупно режу. 3 больших зубчика. Теперь это смесь перцев. Беру, ну, вот так, немного. Это штук, может быть, 10. Положили. 2 лавровых листика в данный момент. Так. Теперь перец душистый. Ну, положу достаточно 3 штучки. Вот. 3 штуки. Теперь надо будет заполнять нашу баночку чем? Это, конечно, томатами и кабачками. Вот сейчас я вам покажу, как я поступаю. Чтобы все-таки, знаете, не только было вкусно, но и немного красиво. На дно банки можно положить, вот опять-таки, у томатов я вот так вот вырезаю плодоножку. На дно можно положить несколько крупных томатов. Томаты должны быть не перезрелые, такие довольно-таки, видите, у меня твердые, бурые томаты. Так,
Почему я еще вырезаю вот так вот плодоножку? Дело в том, что тогда томаты, ну, как правило, не лопаются. Так, положили на дно большие томаты. Ну, пожалуй, я вот еще вот этот красавчик положу. Так. Дальше мы будем заполнять нашу банку кабачками. Но кабачки мы будем делать не совсем просто. Опять-таки, я беру вот так, достаю середочку у кабачка, вот зернышки. Они хотя молодые, но они ни к чему. И вот здесь как раз-таки вы можете прекрасно использовать томаты черри. Посмотрите, как я поступаю. Я томатик прячу в кабачок. И вот так стараюсь, ведь у меня рука пролазит, и стараюсь вот так аккуратно сложить наши томаты с кабачками в банку. И так я буду наполнять банку полностью. Вот видите, он очень хорошо вот так вот сюда влазит, а если не влазит, немножко побольше кабачка. Просто это очень красиво и вкусно. Еще добавим несколько веточек укропа, потому что, ну уж очень он будет, ну, во-первых, он даст, конечно, и вкус, и он будет, конечно, красиво смотреться в банке. И в данный момент у меня вот здесь, если посмотреть, образовалась как бы середочка такая, ложбинка. Вот сюда я как раз-таки добавлю вообще полностью банку, добавлю томатами черри. Сейчас многие сажают эти томаты, и особенно их любят дети. Это очень вкусные томатики. Теперь надо нашу банку залить маринадом. Он как раз у нас уже готов. Вот так аккуратно заливаем баночку маринадом. Так. И отправляем нашу банку стерилизоваться. Воду я сразу ставлю, она сразу горячая. Вода кипит. Поэтому, когда мы поставим банку, она не лопнет, а будет стерилизоваться. Если посмотреть внимательно, то в банке вот так вот идут пузырьки внутри банки. То есть, следовательно, у нас вот в данный момент у меня процесс стерилизации уже закончился. Это прошло времени где-то примерно для 3-литровой банки где-то минут 30. Теперь надо добавить 3 столовые ложки 9% уксуса. Закатываем нашу банку, переворачиваем вот так, укутываем ее до полного остывания. Что хочу сказать по консервации, все, что связано с кабачками, что очень, вот и хочу вас предупредить, что все-таки это овощ, пожалуй, самый такой взрывной, вот именно если его консервировать сырым. Поэтому все-таки лучше всего, когда вот в таком состоянии вот кабачок, мы не заливаем туда-сюда, да, как мы делаем, а именно стерилизуем банку, если присутствует вот кабачок. Тогда эта банка стоит и стоит очень хорошо при комнатной температуре, в помещении, без всяких проблем. Ну а с вами была Юлия Меняева на канале «Высадули в огороде». Пока!